Национальный бренд. В Азербайджане возрождается искусство ковроткачества. Это одно из древнейших ремесел в республике. Сейчас страна экспортирует их в ряд государств, в том числе и в Россию. Камран Гусейнов продолжит. Традиции древнего ремесла возрождают в этом цехе. Мастерицы ткут изделия вручную. Плотно сплетенные узлы делают ковры прочными. Азербайджанские ковры, как правило, ткут из шерсти. На один квадратный метр уходит 5 килограммов материала и до 4 месяцев работы. Гюльшан Гаджиева говорит, главное в ее работе – погружение в историю. Каждый элемент на ковре имеет свое значение. Это олицетворение обычаев, традиций или мировоззрений жителей региона, где соткано полотно. Например, я сейчас работаю над ковром Ширванской школы. На них часто изображается всадник с ловчей птицей. Можно сделать вывод, что жители этой области промышляли охотой. В Азербайджане 7 школ ковроткачества, по числу регионов, которые заняты ремеслом. Изделия отличаются размером и орнаментом. Сейчас в основном в цехе ткут полотна губинской школы. Ну, во-первых, они мягкие на ощупь, а это один из главных критериев при покупке. Кроме того, ковры этой школы не очень большие, то есть их можно быстрее соткать. Но и при этом тоже надо учитывать немало тонкостей. У каждой школы, в зависимости от узоров и цветовой гаммы, десятки видов ковров. Азербайджанские ковры – частые экспонаты на международных выставках, в том числе в России. Наибольший спрос на синтез классического и современного стилей. Видите, узоры по мере удаления от центра полотна как будто бы постепенно растворяются. Это и значит, что ковер соткан в современном стиле. Экспорт ковров – выгодный бизнес. На предприятии, поставляющем изделия за рубеж, говорят, в прошлом году выручка превысила суммарный показатель за предыдущие 5 лет. Это начальный этап. Мы всегда стремимся к большему. Чем выше выручка, тем лучше. Мы поставляем на рынок как классические азербайджанские ковры, так и ковры современных форм, цветов и орнаментов. В прошлом году на выставке в Москве продали около 80 ковров. Квадратный метр ковра, изготовленного азербайджанскими мастерами, стоит 1000 манат. Это 40 тысяч российских рублей. Кямран Гусейнов, Мурат Гусейнов, Сахават Абдуллаев, Мир 24.